Добрый вечер. Сегодня я вам хочу рассказать очень интересную вещь. Показать. Вот здесь вы видите стол в одном испанском доме. И на столе очень много различных ингредиентов. Эти ингредиенты предназначены для того, чтобы кушать одно из самых забытых древних блюд, так сказать, лакомств испанских. Называется оно «эль ойо». «Эль ойо». Вот смотрите, вот берется вот такой хлеб, желательно выпеченный на углях. В нем делается отверстие, вытаскивается мякиш, вовнутрь отверстия наливается масло. Обязательно должно быть вино красное, сухое. Обязательно должна быть свеча. По возможности должны быть цветы на столе. Вот, так как будут кушать два человека, вот еще одно эльойо, тоже налитое масло. Сейчас еще нет, затем туда выдавливается сок из помидора. И все это закладывается сверху мякишем. Оставляется немного для пропитки. Но это в процессе, пока ты себе выбираешь ингредиенты. Ингредиенты на ваше усмотрение. Здесь может быть различные колбаски, здесь могут быть сардины, здесь могут быть кальмары, здесь может быть устрица в своем соку, здесь могут быть оливки, которые вы, естественно, порежете по своему вкусу. Здесь может быть тунец. Самые различные в вашем воображении. Все эти, ну не все сразу, по чуть-чуть, берете каждый ингредиент и накладываете в ойо. Закрываете мякишем и начинаете есть. Вкусно! Вкусно, вкусно, вкусно. Бесподобно вкусно. Если хотите попробовать, я вам желаю приятного аппетита. Также не забудьте обязательно оливковое масло, желательно первой выжимки. Но если нет, ничего страшного. Желаю приятного аппетита. Спасибо за внимание. Вот такая вкуснятина. Испанское блюдо «эль ойо».